Что ж, друзья, давайте посмотрим, что же у нас вокруг этого интересного острова. Я тут плавал, но не на глубине. Это остров Колобков. Ну, как сказать, Колобков. Ну да, остров Колобков. По сути, это Колобки-то и есть, как ни крути. Так, что мне надо взять с собой? Запасные ласты есть. Эти вообще уже полностью износились. Понял. Так-с. Нет. Это вот так. Вот эти еще возьму. Очки тоже на последнем издыхании. Уголь. Да нафиг не надо. Это все выложим, потом повыбрасываю. Тут надо будет заняться. На всякий случай наварить наркоты, всякой остальной фигни. Так, часть своего трупа тоже оставил. Стрелы, арбалет. О, блин, так в стопе. Я же могу арбалетом поговорить. Еще я торможу. Японская ты блоха. Вот я дятел. Так, стопе, че это мне так много места за ним? Патроны. Мне понравилось, что это сейчас было такое. Что заглючило? Ну-ка, игра, признавайся. Что с весом? Сломался вес. Здравствует обновы. Перезаходить опять надо. Что-то я вообще не понял юмора, ну да ладно. Так, ладно, это выложим. И у меня еще запасные были. Что-то бредятина как-то. Уж не все работают, хотя нет. Понятно, что-то где-то сглючило. Ой, ё-моё. Оператку себе устанавливать и не парить голову. Так, что у меня? Транквилизирующие стрелы есть. Металлическая стрела, боеприпас. Так, а я металлической стрелой могу с этим арбалетом использовать? Вроде бы нет. Нет, не могу, только компаунд боунд нужен, да? Хреновенько, хреновенько, что я могу сказать. Так-с. А, может при том, что у него вот эта вот фигня действует, он сейчас и не может ничем пользоваться. У меня вроде такое похожее уже было. Experience Partition, нет. Это... Чё? Лады. Обойдемся пока и без этого. Не проблема. Все как-то очень уж странно. Так, ласты взять, это взять. Стрелы тоже. Ну, патрон для дробаша. Нет, я, пожалуй, это выложу. Меч тоже как бы не очень нужен. Выбросить может. Выбросить. Значит, использовать. О, блин. Ладно, вот так вот сделаем. Так. Прошу прощения, такс, 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 такс. Это мы одели, это мы одели. Теперь мне нужны штаны. Блин, ну то, что бэтпак опять не работает. Зараза. На меня бывает достает, то работает, то не работает. Что за хренотень? Так, где у меня водолазные штаны, простите. Водолазные штаны. Маску взял на всякий случай. Маска, маска, руки. Ну, кстати, лучше броньку прикрепить, которая у меня сломалась, да? Чинить смогу. Нет, не хватает реса. Каких весов тебе не хватает? Как тебе не хватает кожи и волокна? Че? Вот волокно тебе, вот сейчас найду.
Сейчас найду. Что за нафиг? Э, а где кожа-то? А кожи нету. А кожа а-ля улю сказала. Ну да, скорее всего, за это отравление у меня уже было похожее. У меня из-за отравления, короче, все пошло кувырком. Не действует. Это типа, насколько я полагаю, такой жизненный баф. Но после отравления пиявкой они меня последний раз теперь понятно как загасили. Я не мог почему-то двигаться. Никак не мог определиться, что за фигня происходит, но вот пожалуйста. Это хотя бы ясно. Ладно, тут главная задача не в этом, главная задача здесь поплавать. Так что у нас здесь может быть вообще? Ну или я тут кому-то вкусным пригожусь. Там у нас... Короче, дело было к ночи. Йоу, Ханты-Мансийск. Голодон, билозавр. Я вот не помню, что они такой стаи-то плавают? Дельфины, акулы. Ничего, блин, решили вместе там это... гибридизацию сделать? Кстати, а может под водой-то ракеты и действуют? Не ракета, а это действует. Как называется эта фигня? О, нефть. А, нефть я забегал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, нефть, конечно, я заберу. Это, вероятно, то, что я последнее сделал в жизни, да? Или нет? Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Плыви! Плыви! Что ты тут? Развыпендривалась, да? Ща я тут вас... палета в задницу почекиню. Сейчас я вам тут устрою рогатую жизнь. Ребята, маску мне сломали. Вы представляете, сколько надо полимера на ее починку? Ни совести, ни чести нет. Че, больно, да? А вот так вот в носик, если раз. Теперь тебя мечиком вот так вот. Много не выпендривалось. Все, все, все. Уровень 8. Есть инвентарь. Зубы. Там все зубы вот еще. Рыбу. И рыбу-то жалко тут убраться. Хрена себе с нее насобирал. Ладно, рыба много не весит. Слышь, ни рыба, ни мясо. Эй, сюда идем. Что мне надо тут, кстати, выбросить? Да нафиг надо, это оставим пока. Че, плывем ко мне, да? Понятно. Оп, сомневался. Куда поворачиваем? Я вам сейчас поверну. Плывем, плывем. Плывем и радуемся. Тихо, 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 тихо. У меня стрел, да, фонарение. И еще могу сделать больше. Я тебя сейчас так напихаю стрелами, что ты, блин, плавать мне не сможешь. Только топориком и вниз. Что, неприятно, да? В носик вот так тебе. Эй, иди сюда, моя маленькая. Смотрите, как уворачивается. Да нифига не прокатит. Я вас тут всех порубаю. Голодон 20-й. Че, больно, да? Пущить меня хуже, да?
Так что с контролем касания, мать вашу. Я тоже плавать научился. Не? Зачем мне гарпун? Вон мне какая волшебная штучка есть. Второй уровень мне дал, ну пожалуйста. Хоть и наслаждайтесь. И стрелку мне забрать надо. Так, мясо, ну я не знаю, буду собирать, пригодится вдруг. Возможно, пригодится когда-нибудь. Но я теперь с мегалодона буду все зубы. Ё-моё, стоп, чего? Я сейчас с тобой не закончу. В торговом столе-то можно, по идее, поразвлекаться. Давай, мужик, давай. Так, давайте-ка на бережок выплывем, как раз надо перекусить. Это долбанное отравление отойдет у меня наконец-таки. Так, надо было бы вообще-то по-хорошему корабль свой вспомнить, где находится. А, он там, на том берегу. Помню. Сейчас, мужик. Опа. Смотри, как мы... Ам. 8 кусков мяса ему надо. Так. Все, насытился. Молодец. Так, еще крудой ойла немножечко наберем. Говорится, безопасность. Вот все. И теперь акулы эти будут тут трюкать за милую душу. Это все их прегрешения. Сяд. Нет, давайте я мясо разгружу. Мне столько мяса, как бы жалко пропукивать. Эту долбанную акулу надо точно не дает проплыть. Суть, я и хорошо так ДПС наношу. Восьмой уровень всего лишь, а ну, неудивительно. Примал, это хорошо. Слушайте, знаете, у меня с едой тут проблем нету, но я все равно жадный, вынужденный, да, все больше и больше и больше. Ненасытный я. Так, ну здесь очень много, смотрю, вообще-то нефти. Мне она нужна. Сейчас до корабля доползу только. Надеюсь, целости и сохранности. Где там эта моя посудина? Там этих еще больше бродят. Воды. Вдоль берега поплыву нафиг. Сейчас эта толпа ко мне приплывет, так я ей скажу пока. Кстати, мы надо попробовать этих мактиозавра или как там. Чудики эти. Лобные. Попробовать их попинать. Ржава друга. Такс, посмотреть инвентарь. Мясца. Нормально. Плечок есть. Хорошо. 52 мало. Очень мало. Так, мне надо поближе к этим месторождениям. Вдруг что? Вдруг еще помру. Надо больше делать с собой запасных ласт. Я вот не знаю. Пристройки к кораблю делать я не хочу, но, видимо, придется. В общем, расширять корабль, по ходу дела, надо будет.
Да и после расширения корабля туда также станок ставить. Блин, столько геморроя, это звездец. Хорошо, хоть дробилку не надо ставить, а то я как дробилку поставил, так опух. Железо почти все в ноль, так чпяк. У вас было железо? Вам это показалось? Не, ну тут все в порядке уже, как бы вот акулу убил. Он еще одна плавает, да? Еще одну загасим. Или это, простите, кто? А, Мегалодон 48. Давайте-ка его тоже заутерим. Смотрите, как он ко мне плывет. В надежде скушать. Не, ну это 48 уровень. Он был покруче всяких своих предшественников. Ну нет, не покруче. Я обманываю. Он уже весь бедный, израненный. Короче, арбалет рулит. Тут целиком и полностью. Чего-чего, простите. Это у нас тканевые ботинки. Хорошего качества, но толку нет, нет, извините. Простой предмет, кислородный баллон сломан. Ладно. Я всплыву немножечко. Нет, значит, игра у меня вылетела не на кислородном баллоне. Ну ладно. Честно, как-то пофигу. Я уж к этому странно постепенно начинаю прыгать. 7 Days, собственно, это... А, не бывает игр, которые не вылетают. К сожалению. Так, а ты плавать от меня подальше тогда. И... Ок. Неплохо, неплохонько. Кстати, интересно, нефтяную вышку надо ставить как бы на нефтяных залежах. Это темные пятна. Вот мне кажется, что это темные пятна. А, конечно, может, ошибаюсь. Темные пятна, которые я здесь видел, это вот весь берег, где колобочки эти ходят. Найдите вы лесом все. Видите, заняты. Блин, как он меня толкает-то под зад хорошо. Хорош, ко мне сзади пристраиваться. Ну, найди друзей поищи. По морде топором дам. Будет тебе, блин, веселье. Я чувствую, оно мне сейчас будет. Если не буду аккуратнее действовать. Хорош задыхаться. Стали, блин. Станьте противные в печали. Когда надо, они не помогают. Особенно, когда на меня идет стая акул, так им пофигу. Как бы труп, ну, не знаю, на поверхность что ли выбросили хоть раз. А так, вон, пожалуйста, давайте мы ему поможем. Ему здесь нехер делать. Ой, ну нефиг делать. Прошу прощения. Так, а здесь камушек обычно. Да, обычный камушек. Мне маску когда-то сломали, да? Мы с... Слов нету, короче. Так, кораблик я свой вижу. Загруженность у меня наполовину. Так. Там тоже я вижу довольно-таки вкусняшки. Есть хорошие. Там, блин, и акулы, опять же. Которых, кстати, мы научились уже хорошо только приходовать. Вот у меня арбалет, правда, до этого почти стерся. Есть, кстати, еще один у меня охотничий арбалет, на который требуются кристальные стрелы. А вот кристальные стрелы, с ними может быть проблема. Так. Плывешь? Молодец.
пойдет. Четвертый уровень всего лишь. Лошара. Зубки, стрелы, спасибо. Ну вот этот лук, правда, он бесполезен немножечко для меня сейчас. Так, добавлена каменная стрела. А, да, стрелы надо пособирать. Да хорош мне мешать, ты уйдешь тут. Так, ладно. Вторую вижу кандидатку. Иди сюда, маленькая. Нефиг тут воды бояться, кстати. Арбалет рулит, решает, просто жесть. Автомат мне больше нравится, но с ним под водой не стреляется почему-то. Интересно, почему, да? Так, а что-то мне кажется, эта акула намного злее и опаснее. Нифига не опаснее. Лохопеды. Так, ладно. Я чувствую, я опять сейчас мясо наберу, что не знаю, я уже этого мяса накопил столько, что дальше ехать некуда. Но единственное, зачем я его коплю, потому что... О, слушайте, а здесь рыбалку-то можно устроить. Тоже. Так, ладно, кораблю к кораблю. Надо разгрузиться, мясо мне жалко выбросать. Ай-я. Правда, я не знаю, на кой мне его столько надо, но да ладно. Пускай будет. Не видно, правда, низги вообще. Так, давай в погребочек мясо, опять же. А, отлично, 37 уже тухлячка, копится постепенно. Будем это коллекционировать, что я могу еще сказать. Руидойла 857, блин, мало. Вату. Так, поплыли далее. Теперь с другой стороны. Корабль буду держать неподалеку. Он мне нужен будет, возможно. Вот, видите, вот здесь вот темные пятна. Блин, может это и есть эта долбанная нефть? Потому что ставится это вот нефтяной насос. Да-то, ну здесь вот походу можно порыбачить, конечно, но я вот не знаю. Может попробовать сделать, блин, мобильную рыбалку. То есть, нырнул так, посмотрел, что что-то плавает вкусно, и все, готово. Вон этот плавает гигант. Да, эти ребята злобные, жесткие. Мне эту хреновину завалить. Угу, заметил меня. Это плохо или хорошо? Я сомневаюсь, что это хорошо. Угу. Фу. Да уйдите вы, дебилы, нафиг. Ой, дебилы, нет, вот эти вот дельфинчики, они точно с головой не дружат. Ребят, вы видите, тут я с кем воюю вообще? Кстати, арбалет сейчас сломается. Бесит. Все, получили по мордасам. Молодцы. Возьмите с полки пирожок, понюхайте его. Не, не вариант, блин, с этими... Так, ну, может попробовать его пикой? Да уйдите вы от меня нафиг все. Ты тоже, и ты тоже, блин, на мясо нафиг сейчас все пущу. Помощнички ядрить налево. Ну, иди сюда, маленький. Тип-т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 ип.
Тип-т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 ип. Смотри, какая вкусная ляжка плавает. Даже две ляжки. А, видишь, видишь, видишь меня, да? Какая мы злая. Рожа-то мы злая какая. И чего, у него желудки только что побывал? Это страшно было. Так. Ну давай, давай, давай сюда. Смотри, вкусная ляжка одна и вторая. Иди сюда, родная. Иди сюда, пусечи мой. Да-да-да-да-да-да-да-да. Я тебя так не отпущу, хреновина ты. Ой, иди сюда, смотри, какая я вкусная ляжка. Я лучше копьем, что-то как-то мечом. Я хорошо отбивался от этих. Уйди сюда, иди сюда, ты мой кусючий друг. Сюда, сюда, сюда. Он меня завлекает куда-то. Эй, ты! Годзилла! Доделанная, блин. О, какие мы злые-то. Эй, блин. А этот еще что-то приперся. Не-не-не-не, мне вот этот нужен. Ты-то куда свою морду тут пихаешь, хрень-то? Дело-то долбанное, блин. Блин, бой века едет налево. Ну ладно. Все, все, доплавался. У него маленькая мордашка, по ней можно попасть, кстати, хорошо. Вот. Непонятно, как это все работает. Смотрите, какой хитрый, да? Думаешь, я тупее, что ли? Вам на спину, смотрю, хорошо забирается. Иди сюда. Раз одну дичь от меня увел, значит, ты теперь моя дичь. Какие мы зубастики, вот только посмотрите-то. Ну какие мы страшные. Да, да, давай, 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 смотри, я здесь. Я понял, как с ними бороться. Ой-ой-ой, какие мы кусючие и злые. А если я вот так вот наверх? Все, доплавался. Чё есть-то хоть? Да, ни хрена полезного. Хоть кожу насобираю. Сколько с тебя кожи-то будет? А, фреш примал мид. Первосортное мясо. Так, где мой там старый друг, которого я не допинал? А, блин, он походу уплыл. Или помер. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Но ничего не поделаешь. Так. Обсидиановое... Обсидиановое, бляха, копье я почти в ноль стер. Ёшкин ты, матрёшкин. Да уж. Вот это, блин, номер. Не помню, чтобы я в когда-нибудь жизни мог стереть обсидиановое копье. Да.
Кроидойла, может, наберу. У него штук 900-то надо всего. А, так я еще и мясо с этого водоплавающего засранца взял. Интересно, кстати. Так, ну мне воевать сейчас, по сути, уже нечем. Я вот сейчас бешено рискую, если честно. О, это удильщики. Слава богу, это удильщики. О, не-не-не-не-не. Хрена их там выплыло. Я 5 штук насчитал. О! Эй, не, ребят, я так вообще не играю. Абсолютно полностью. Вы что там встали в воде? Ничего себе там их. Что-то как-то маловато. Я хочу больше. Блин, жесть-то какая. Это же скач. Да уж. Здравствуй, розовый ласковый звездец называется. Так, если там еще ойл вижу. Хрена меня там понапинали. Так, у меня дальность самая максимальная. Ну вот мне интересно, конечно, другое. Как мне с ними справляться? Так, попробую построить охотничий арбалет. Блин, я на него, кажется, черный нужен жемчуг. Да, твою ж налево. Что же мне такое за везение? Адовое. Кстати, а с корабля я могу рубачить или нет? Ок. Кстати, давайте-ка проверим. Сейчас я на корабль заберусь. Где он у меня тут вообще? Сейчас я на поверхность тут выйду. Я бы немножко перекушу, передохну. Все. Раз, два, три, четыре, пять. Так, удочка, удочка, удочка. Мне на удочку надо. Дубинка. На удочку нужно дерево, волокно, солому. Это вроде все есть. Не, нафиг. Сейчас надо сплавать, посмотреть, есть дерево, волокно и солома. Я вот не помню. Я солому вроде начал перерабатывать на этот, на кактуса. Ну, на мякоть кактуса. Может ее и не быть. Так, а теперь главный вопрос. После того, что я там наворошил на дне, мне проплыть-то дадут? Такой, знаете, интересный вопрос. Ну, я вроде нормально. Доплыву. С горем пополам, но доплыву. Да, вот это жесткач. Да, вот тут рыба водится, кстати. Надо бы попробовать половить. Да, он, смотрю, койлы водится прям тут. Почему бы не попробовать реально? Выжить. Прайм. Сюда.
Ну, а, все, я насобирал то, что мне нужно. Осталось мне еще 9 жемчуг насобирать. Стукнуться головой об стену, и все будет хорошо. Прошу прощения, утрирую. Не знаю, как это еще можно выразить. А, это у меня баллон был с собой запасной. Лады. Так, и теперь давайте посмотрим. У меня есть с собой... Что у меня с собой есть? У меня с собой дерево. Дерева у меня с собой нет. Значит, давайте-ка на этот островочек приплывем. Там немножко дерева срубим. Попробуем хотя бы утюг, что ли, закинуть. Что-то как-то... Не алло. Так, все. Так, от них надо держаться подальше, потому что они какие-то дурнобойкие. И ты при том-то еще и не в тему. Да? Волокно точно. Волокно. Правда, удочка у меня паршивая будет. Очень паршивая. Так-с. Ну, вроде рыба хорошо ловится на гель-удильщика. Вот что мне интересно. Так, а где она тут? Как-то не понял. Удочка. Хорошо, по поиску не ищется. Зашибись. Обожаю эту. Недавно я видел удочку, мне не хватает все равно волокна. А, ну лады. Пойду там нацапну немножко волокна. Средняя нафиг нужна. Дурацкие лошади. Бешеные зебры, блин. Там сегодня с автоматом приехать и нафиг их всех поубивать. Хотя, ну, они говнеца нормально так могут подбросить, да? Ну да, походу дело. Что, ладно, пока убивать не буду. Сейчас живут. Ну, говнецом подойдет на удобрение неплохо. Оп-оп. Так, лады. Давайте удочку делать. Так, раз. Одну, что ли, могу сделать только? Ну ладно, ради пробы подойдет и одна. Так, я вот не помню, стол нужен ему или нет. Я вообще на грамму стул изучал для начала. Хороший вопрос. Ладно, давайте-ка заплывем сюда. Пробуем на гелюдильщика что-нибудь поймать. Но я сомневаюсь, что это получится. Очень сильно. Но это уже будет в следующей серии. Что-то серия тут затягивает. Ну, попробуем. Это вне записи хоть попробую что-нибудь поймать, хоть на что-то. А что с собой есть? Ну, у меня тут и кровь пиявки есть, собственно. Гелюдильщик к тому же. Так. Что я могу зарядить? Давайте посмотрим. Во-первых, я могу зарядить, насколько я помню, ягоды. И ягоды на эти хорошо ловилось раньше. Нет, не могу уже. Все. Так, ладно, намякать кактуса. Не хочет. Зараза. Гель-удильщика.
он не портится и довольно-таки удобный. Тоже не ловишься, но вот зашибись как. Так. Я надеюсь, ты на это-то хоть будешь ловиться. Та зараза, не ловится. Так, на тухлячок давайте попробуем. Ну, на тухляк-то она всяко должна ловиться. Блин, как я давно не рыбачил, что это звездец какой-то. То есть теперь только кровь пиявки, да? А если приму хорошнит? Сейчас. От зараза-то какая, слушайте. Только на кровь пиявки, серьезно? Так, ну сядьте на стол. А, блин, что ему на стол надо садиться? Ох, ладненько, дорогие друзья, буду разбираться, как тут рыбачить. Деревянный стол. Ну, походу, да, стул придется выучить, как ни крути. Не ожидал я такой подставы. Его куда-нибудь тут воткну. Ай, чисто приличия ради. Давайте попробуем. Ну, блин, раньше на ягоды-то ловилось. Какого лешего? Не хочет, прикиньте. Значит, только на пиявку, что ли? Да ёп. Значит, только на кровь пиявки. И вообще мне больше всего нравится то, что я не могу не одеть. Так, используйте различными приманками, чтобы поймать немного рыбы. Эффективность 100%. ПКМ. Ладненько, дорогие друзья, буду я тут разбираться. Надо еще в игру зайти, перезайти. Ну а пока кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, а просто оставляйте под видео на YouTube. С вами был Черный Металл. Всем удачи! Всем пока. Кстати, может, ее просто приготовить как-то надо.